Эти автобусы – мобильный комплекс спортивной медицины. Уникальные технологии, разработанные российскими специалистами. Приборы позволяют выяснить любые детали о состоянии здоровья. И именно здесь спортсмен может максимально быстро прийти в себя после соревнований. Центр появился после Лондонской Олимпиады, чтобы медики могли помочь спортсменам как можно быстрее и, главное, рядом с местом соревнований. Вот, например, криосауна. Такая процедура позволяет восстановиться за считанные часы вместо обычных 3 дней. Как новое вообще. В чем плюс огромный? Это наша разработка. Этого нет никому. Может, попробовать, да? Да, конечно. Конечно, нет. Это супер. Владимир Путин тоже решил опробовать на себе возможности криокамеры. Правда, когда телеоператоры уже вышли из автобуса. В мобильном медицинском центре десятки ноу-хау. Вот, например, темные очки со специальными электродами и наушники. 15 минут такой релаксации, словно 3 часа сна. Идет мелькание. И сейчас посмотрим. Да, наушники, по-моему, легкий шум. Это как будто шум моря. А это барокамера, к которой чуть ли не очередь выстраивается. Происходит изменение атмосферного давления, создается кокон определенный вокруг него. И все вредные вещества, которые накопились, если говорить простым языком, они поступают из организма в окружающую среду. Сфотографировавшись с чемпионами, Путин отправляет...